работает, где мы сейчас отключили. Боря, это как? Боря, это как? Пошел четвертый день, мы выезжаем из Омска, сейчас поедем в сторону Новосибирска, а потом в этот же день нужно добраться до Омска. Хотелось рассказать, что вчера произошло. В итоге под конец вечера я засел в кафе Нью-Йорк. Прям за барной стойкой нашел кофейку, очень долго хотел выпить кофе. И зазнакомился с баристами. Девчонки оказались постоянщицами Килфиша. Мы так долго разговаривали, часа 4. А там уже Аня пришла. Вот мы сели, давай играть в дженгу. А за соседним столом какие-то вожатики сидели. Потом начали играть в игры. Я где-то на второй игре присоединился. Казалось, они работают в дельфине. Или в волне. Я помню, что у нас там СПО парус. Я говорю, да я знаю их. Турулыку. И парни такие говорят, вау. Она наша напарница. Я думаю, давайте сфоткаемся. И Турула отправим, посмотрим, какая будет реакция. Сфоткались, обменялись приветами. Я рассказал, куда и зачем иду. Они подбодрили, пожелали удачи. А потом мы уже поехали в общажку. В общаге покушали, помылись, в душ. Еду в машине, прямо подобрали на 500 километров, прямо до Омска. Ой, из Омска прямо в Новосибирск. Там останется буквально 200 километров, чтобы добраться до Томска. Но повезло, и я еду не один, тут еще пару автостопщиков. Если они не застесняются, они могут дать мне интервью. Все, доехал до границы Кемеровской области. Сейчас отворот на Томск. И осталось мне просто соточка километров. Я думаю, сейчас быстренько доедем и уже с Элочкой будем распивать. Кстати, за две тачки всего поймал. Одна прямо до Новосиба, а другая от Новосиба до вот Югра. Дома-то успею посидеть. Я про то же и говорю, в старости насидимся. Потом что буду внукам-то рассказывать? Вот, братишка, давай, у нас пора мороз. Сама тогда сняли для сына. Как вчера? Я вчера не помню. А ты еще две кружечки вообще не понял. Что, тут димедрольная, что ли? Понятно. Ну так себе, а он даже на вкус так. Нет, ну заебали, ребята, поехали домой, а? Пошли. Ты понимаешь, что нам звонят домофон, а мы еще не дома? Да, конечно, просто кто-то не открыл дверь. Все, открывай дверь. О! Сауна, малышка, здравствуйте. У вас номера к заказам, нет? А как вы девушку предпочитаете? За что мы только что думал, такие дети были, вот такие. А, мне кажется, у нас тут есть один кандидат. Кандидат? Депутат. Кандидат-депутат просто. А, кандидат-депутат, ты сам на малышке. Здравствуйте. Поводок. Мяу. О, мартовская киса. Ла-ла-ла. Выключай эту херню. Да? Я тоже не пойду. Я тоже не пойду. Вы кто такие? Элла, это что такое? Бухатищи, какая. Черного мальчику хочет собака.
какие-то ступеньки от первого музея славянской мифологии. Элок, как тебе? Этот лестница. Музей истории. Нет. Оперативно. Быстро, резко, оперативно. Самый любимый Томск мой, будь всегда молодой, ты мой город родной, и цвети, и расти, как земля моя. Пусть тебе какие сотни книги лет, но люблю всегда... Томск. Основался город Томск. Уходим. Основался. Уходим. Подожди, Дима, аватарочку делай. О. Давай вот так вот. Давай, позируй, позируй. Эспресси, эспресси, эспресси. Я спросил тебя. Галь, колбаса. Колбаса. У тебя такие штанишки модные. Не, только станишки. Кстати, Томск. Это кто? Томские голуби. Боря, это река. Боря, это Чехов. Антон Павлович Чехов. Томский глазами пьяного человека, валявшегося в канаве и никогда не читавшего каштанку. Ему не понравился город. Ему, короче, не понравился город, сказал, что страшные. Чурки одни живут, фу, говорит, мерзость. Единственное место, сапоги которое можно, понравилось... Сапоги можно в грязи оставить, поэтому без сапог. Единственное место, которое ему понравилось, это вот этот ресторан. Зарянский базар. Там он и пожрал. Обедать изволил. Элла, бери мороженку. Куда убрать? Элла, что это? Фонтан, замки. Ага, хороший был день. Вот, смотри, идиот! Это что, пикник? Мне нравится экскурсия от Аллочки. Погнали, погнали. Омская мода 2017. Не подкатывались, но он оттягивал максимально. Бля. Давай нас все, залпом. Нет, давайте все. Имбирь заворачиваем. Давайте не все. Давайте тебе половину. Давай половину. За полтинник тебе. За пивас еще. За билет, который я сейчас заберу. Ладно, все. Смотри, сейчас обольется. Залюка, залюка. Ну как ощущения? Полет нормально. Билетик-то уже из кармана почти вылазит. Пашкину руку там. Уже почти что идет. Кстати, вообще нихуя. Ты подожди, подожди. Подожди, вы помните, как я васаби нас приел? Ну как нас, сам сразу воспользовал, он васаби съел. Сейчас только выиграл. Уважение к себе. Матч. Вон барабан у нас есть. Флаг. И пацаны мои. Семен. Кличка есть? Нет. Давно за Тань болеешь? 7 лет уже. 7 лет. Активно хожу за всех из 21-го. Сейчас ты заряжающий на секторе Томск. Есть такое, есть. Где правда, там и наша сила. Мафия! Пусть будет слышно нас везде. Мафия! И с
одну команду мы верим! Лишь в одну команду мы верим! Никогда ее не забудем! Никогда ее не забудем! Элла, что это будет? Скорее всего, будет гол. Сейчас я уже года два, года три, наверное, не катаюсь. Калининград, Владивосток я пробью. Это я самый дальний. Наверное, Калининград самый дальний Владивосток. Я до сих пор не знаю, что чуть дальше. Но вообще было весело. В Махачкале, в Грозном. Когда у тебя вас четверо, у тебя выходит 46 заряда, два не следует. Это угарно. Вперед иди и победи! А не свидаясь это своего пути! Оле, оле! Оле, оле! Оле, 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 оле! Ой, восточная. Ой, очень хорошая. Там раньше это крестьянчик сидел, Роналду, сейчас не сидит. Не, реально, кажется, плакаты прикрыли все. И это была вырезка из этой фифы какой-то. И почему-то в форме Томми играл крестьян Роналду. Короче, меняем кроны в Томске на секторе. И бью себя. 100 крон. Грабительский. 250. Не, подожди, я дам 20, давай, чтобы уже было нормально. Не, не дам 20, чуть-чуть дым-дынганул. Да, пом. Пропьем. Элла, что мне подарили? Мне подарили подарки. 4, 3, 2, 1, 0! Та-да-да-дам-та-дам! Ждем всем гостей. Месси!